Что вы думаете? У меня вот какое дерево. Яблонька. Вчера был ураган. Сломал мне дерево. Оно у меня упало. Я думаю, что-то мне тут не хватает. И оно упало у меня на огурцы. И как мне теперь его отсюда убрать? Все сломала, огурцы закрыла. Вот какое большое дерево. Вот как мне его теперь? Оно тяжелое. Отпилить вот эти ветки. Жалко, яблонька. Не успела созреть, покраснеть. Вот какой толстый ствол. Надо же было. Такой ветер был вчера, ураган. А может быть, молния ударила. Кстати, мне кажется, посмотрите, что-то обуглено. Горело. Наверное, молния ударила. Что вот это черное? А? Ну не могло оно упасть. Такое толстое. Стояло сколько времени? 30 лет. А может быть и больше. Больше, наверное, 40. И вот оно упало у меня. Всю дорогу тут загородило. Вот уже какие яблоньки были. Ну, я их, конечно, не рвала, не ела. Но птички. Птички на этом дереве сидели. Надо брать ножовку и отпиливать. Вон там ветку. Все закрыло. Ой, Господи, каждый день какие-нибудь неприятности.